Ванек, попытка номер два. Давай, на ту красную крышу. Вон на ту. Можно все-таки подумаю. Всем привет! Сейчас. Фу, блядь. Сейчас десятку скину килограмм в полете. И чего мне в жизни не хватает, а? Что, сильно долетал до макушек? Нет, задевал макушку просто, листва сошла. Ага. Вон тот черненький. Который передо мной? Нет, он здесь давно уже. А, высокий тут. Он явно меньше тебя весит. Ну так-то да. Сейчас. Подготовлюсь. Сыкотно? Ой, как сыкотно, бля. Я хоть сегодня разговариваю. Тогда вообще молчал. Может, потуже? Или нормально? Как хочешь. Я не стал делать. Лучше не надо было? Да, пофиг. Смотри, главное, чтобы это, яйкам все нормально было. Да яйки вроде не зажаты. Эх, блядь. Страшно! А ты опусти, положи его на землю. Сколько там времени уже прошло? Минута? Уже? Все, я поехал. Давай, раз, два, и, сука, три. А, заебись! Я лечу. Все-таки второй раз страшнее. Сына, ты не слушай, как папа матерится. Ой, любимые деревья. Ай-яй-яй-яй. Не? Уже-то нет. Уже внизу. Деревья. Деревья. Я поймался. Стоять. Стоять. Опа, есть приземление. Да я слышу, подожди. Слышу, вижу.